Так, смотрите, вот вы мне там присылали это самое, как вы уже какие-то другие строчки где-то какие-то читали, да? Пробы. Ну вот, пробный, да. Смотрите, вот скорость-то это хорошо, вот все прям за скоростью спешат, Эминема, вот попали, это вот, и все, значит, получилось. А то, что звуки-то, это же тоже очень важно, да, чтобы пошло вот произношение. Для меня, например, гораздо важнее не столько за скоростью рэпера попасть, сколько вот именно настроить его интонацию и все звуки связать. Если это получится, то там о скорости уже, ну, гораздо там быстрее все получается, собственно, когда попали, короче говоря, в его произношение, тогда и скорость появляется. Вот, да. Тут кто-то написал этот, я выложила, Ферреп. Ghost Main. Вот, ты в его скорость не попала. Я в его скорость попала, я в его крик не попала. Вот, и я в коме, он проглатывает звуки, и я пробовала что-то прочитать сегодня. У меня да, все западает. Где-то он с S, с апострофом что-то там пропускает. И думаю, так, я сегодня научусь, я пойму, как это делается. Звуки, короче, я тоже попала, и я в его крик не попадаю, и поэтому у меня как, когда слышно его голос и мой, конечно, там различия сильные. Так, ну вот смотрите, сейчас я добавляю здесь вот три строчки. Сколько за час успеем, столько и успеем. Я вот сейчас добавлю, по-моему, их как-то там закрепить будет, можно, но мы будем прорабатывать по одной. Вот, если это все дело получится, то в дальнейшем буду тоже такие эфиры делать. Мне очень интересно, чтобы вот так можно было кого-то сразу раз и научить. Прям в прямом эфире. Я очень Так, надеюсь, у меня как-то я буду. получится, а то я прям заволновалась, перечитав строчки, думаю, ладно, скорость, ничего страшного, главное, все звуки. Да не бойтесь, ничего страшного, Господи, все. Так, а как-то это можно закрепить? А, прикрепить комментарий. Вот он, прикреплено. Видно, да, сейчас? Да, видно. Так, видно, видно. Ну вот смотрите, получается у нас три строчки. Мы проходим одну, да? Когда у нас получилась одна, так чтобы вот прямо и за ним попасть тоже, тогда мы начинаем разбирать вторую. Получилась вторая, допустим, да? И мы начинаем их вместе две связывать, так же, чтобы уже получилось и первая, и вторая. Посмотрим, что из этого получится. Ну, лично я так делаю, предположим, да? Вот, опять кто-то там писал сегодня в комментариях, очень сложно то, что ты это делаешь с конца. Вот как раз то, что с конца нам помогает, ну, какая разница, куда слово поставить, вперед или назад? Вот это вот я не понимаю. В чем сложность-то, да? Допустим, вот стоит now, стоит your, да? Ну вот, скажем так, вот я читаю now your. Или я сначала научилась your читать, а потом now добавила. Или вот какая разница, да? Самое здесь важное в чем? Я пробовала вот делать это сначала. Это же не просто чтение, как вот книжку взять и прочесть. У него интонация, он это все-таки, это не лирическая, это песня, да, но он ее прочитывает и как-то заканчивает. У него в каждой строчке в конце какой-то результат. Вот, да, то есть здесь у него получается «Now you reach that space beyond rhythm of your words when you spit him». Вот, «when you spit him». Да. И получается, что, да, нам нужно закончить вот этим вот «when you spit him». Да, вот таким, да? Так гораздо проще как раз-таки взять и с самого начала взять и закончить вот той интонацией, которой он ее закончил, да? И потом уже наслаивать эту интонацию и слова, то, что было спереди. И по итогу мы придем к тому, что мы как-то начали эту строчку, да? Подведем, подведем. Гораздо легче, чем вот ты начинаешь с чего-то и не знаешь, к чему ты придешь в конце. Вот так. Да? То есть тот раз, вот и уже результат. Where you spit him, допустим, да? Вот давайте, знаете что? Сейчас, в общем, прослушиваю несколько раз подряд так, чтобы всем было слышно эту строчку, именно как он ее зачитал, да? А потом начинаем вот по одному слову, то есть я повторяю, вы за мной. Я повторяю там, вы за мной. Когда слышим, что вот одно-два слова у вас получилось, начинаем еще какое-то добавлять. Опять я повторяю, вы за мной. И вот так, да? Сначала вот чтобы всем было слышно, мы там уже эти строчки послушали с вами. Так, а где у меня эти строчки? А, взяла и выключила их. Сейчас, секундочку. Так, сейчас я найду это дело, где оно? Озвучка. Нет. А, вот звуки. Да. Так, сейчас.
Слышно вообще, да? Да. Вот, ну, приблизительно слышно, и задача в том, чтобы вот связать все как он, да? Вот, и вот эти и интонации придерживать, да, и каждое слово, чтобы было четко, как у него, и связать вот одно со вторым, да? Вот давайте, да, и если будет что-то не получаться, значит, я буду корректировать, говорить, как звуки изменить, что с этим сделать, да? Вот самое последнее. Сразу в его интонации, сразу в его скорости попробуем, да? Спирим. 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 Да, вот. Да, и интонация, и звук. Смотрите, вот получается тут не «и» наша русская, а «и» такое, «спы», да? Вот «спы», попробуйте сказать «спы». 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 Вот, «спирим». 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 Вот, уже другое, да? «Спирим». 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 Да, и вот в его интонации теперь и звуки, и интонация. «Спирим». 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 Ага. Давайте сразу и «where» и «you». Попробуем. When you spear him? When you spear him? When you spear him? When you spear him? Так вот, смотрите, чтобы вот получалось у нас еще не просто с, вот это вот «т», которое, да, «spirit», он ее в «р» превращает. За счет того, что он ее в «р» превратил, да, вот есть наша русская «р», да, мы ее вибрируем. Но бывает, что мы ее не вибрируем, да, вот вибрация, «р-р-р», да, вот обычная. Так вот она у него в «р» превращается, «spear him». Спиром. 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 Не английская «ре», а русская «ре». Русская «ре». Русская. Спиром. 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 Русская. Русская «ре». Русская «ре». 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 Несколько раз в букву «ре» скажите. «Ре». 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 Спиром. 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 What are you спиром? When you spear him, when you spear him, when you spear him, when you spear him, spear him, spear him. Стоп, 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 стоп. Я молчу, у вас продолжается, да? Смотрите, вот мы «ре» говорим еще раз, да? «Рэм», просто «рэм» скажите, «рэм». 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 Нет, не вибрировать, просто «ре», «ре», «ре». Один раз прикоснуться, все, «ре». «Рэм». «Ре». «Рэм». «Ре». «Ре». «Рэм». «Рэм». Не вибрировать, не вибрировать, просто букву «ре» сказать. «Ре», 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 «рэм», 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 «спирм», 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 угу. Чтобы не «и» тоже, а «спы», да, «спирм», 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 «спирм». Так, и «where you» тоже, да, не просто «не», а «where», «where», такое тоже почти рэкающее. «Where you спирм», «where you спирм». Угу. Сейчас. When re... Не when, а where. Чуть-чуть ре, да? Да, 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 да. Чуть-чуть такое полу-не, полу-ре. Where you, where you, where you. Угу. Вот несколько раз вот эти две давайте. Where you, where you. Where you, where you, where you, where you, where you. Where you spear him? Where you spear. Сейчас. Where you spear him. Where you spear? Да, только все короткое, да? Все звуки гласные короткие. И не спи, а спи, спи, спи. Почти, да? Where you spear him? 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 Во, видите, стало получаться, да? Where you spear him? Сейчас мы будем добавлять слова, а вот этого теперь надо куска придерживаться, как получилось, да? Вот несколько раз повторили, теперь его надо закреплять. Мы будем добавлять сейчас слова спереди, и у нас эти будут все лучше и лучше получаться. Только вот надо это запомнить, да, вот тот эффект, который получился. Where you spear him? Mm-hmm. Давайте-ка еще раз его. Where you spear him? 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 Spear, 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 spear. Spear him, spear him, spear him. Spear him. Spear him. Не пи, а пы. Пы, пы, пы. Пы. Spear him. Where you spear him? Where you spear him? Where you spear him? Mm-hmm. You spear him. Mm-hmm. Так, и интонацию, да? Where you spear him? 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 Так, хорошо, давайте words добавим, да? Words, where you spear him? Да, мы чуть-чуть не читаем, да? Words, words, з такой, з. Получается, words, where you spear him?
Words where your sperm, words where your sperm. Where... Так, и уже начинает вот эта строчка, да, чуть-чуть сглаживаться опять. Так, и words надо попробовать по-другому. Вот такое, да? Words. Words, words, words. Words. Чтобы там words никакого не было. Words, 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 words. Words, words. Words. Не ё никакого, да? Words, words. Words, words, words. Вот за мной, вот как вы слышите, вот слово за мной повторить, да? Words, words. Words, words, words. Ну, пока что получается вё какое-то. Вот, workать, work. Words. Words. Да, вот. Words. Ну, если сказать вот сейчас вот вау, предположим, вот такую вау, попробуйте вау сказать. Вау. Вау. Удивление, да, вот где-то что-то увидели, вау, вау. Вау. Бакнуть так. Вау. Вот, получается, то же самое с этим words. 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 Вот. Только подлиннее и значит, вор, и в конце у нас дз, да? Words. 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 Words, words, да, вот у меня word получается вот это words. Words, 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 words. Вот это вот главное, что как начать вот слово. Так, wow. Words. Words, words. Вот, уже чуть-чуть. Words. Вот выкающее, да, вот это вот. Words, words. Words, 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 words. Давайте вместе с what are you spitting, да, еще раз повторим. What are you spitting? What are you spitting? What are you spitting? Сейчас. What are you spitting? What are you spitting? Вспоминаем все эти согласные, которые прошли, да? What are you? Так, давайте по кусочку. Where are you? 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 Нет, там не ре, там не. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Там не. Where are you? Where are you? Where are you? When are you? When are you? When are you? Только чтобы не четкое было не, вот when you, when you, when you. А вот щелкать ее, да? Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? When are you? Вот такой. Where are you? Where are you? When 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 you... Ваня какой-то получается. When you, when you, when you, when you... Ладно, если сказать, вот у нас есть Ваня, да? Mm-hmm. Варя, Варя, Ваня. Вот, попробовать. Варя, Ваня. Ваня. Вот не, да, но не русское не, а вот Ваня, Ваня. Вот такое ре, 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 ре. Вот туда же ставлю, где ре, да? Mm-hmm. What are you? What are you? Mm-hmm. What are you? Вот, вот. И спирм, да, вспоминаем. Спирм, спирм, спирм. Спирм, 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 спирм. Спирм, рэм, рэм, рэм. Спирм. Спирм, спирм, спирм. Спирм, спирм. Спирм, спирм. What are you спирм? When you спирм. When you спирм. When you спирм. What are you? What are you? И where? Мы where are you, да? Where, 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 where? What are you спирм? What are you спирм? When you спирм. When you спирм. When you spirum. Спирм. Нет, вы в английское рэ мне сейчас пытаетесь сказать. Спирм. Здесь нет никакого английского рэ. Здесь у нас т. Mm-hmm. Мы эту т произносим, когда английскую. Мы ставим язык туда же, куда идет вот русское рэ. Да? Вот, когда я говорю русскую рэ, куда я ставлю язык? Mm-hmm. Да, вот сюда. Да? И английская т туда же идет. Поэтому она и превращается вот в эту рэкающую штуку, потому что там же язык. Спирм. В русскую рэ. Русскую. Не в английскую. Спирм. 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 Вот. What are you спирм? When you спирм. When you спирм. Почетче, почетче. Вот. Он же это все с какими эмоциями, да? Это у него не там, это «Эй, what are you спирм?» Да? Да. Нам сейчас надо вот words what are you spitting сделать. Mm-hmm. Да? Еще раз what are you spitting? Вот первый раз получилось. Теперь мы все никак вот уже забыли, да? Давайте what are you spitting? When you spitting, when you spitting, when you spitting, when you spitting,
Ваня... Сперм. Что правильно теперь «э» надо найти. What is sperm? When you sperm, when you sperm, when you sperm. Почетче, да? Вот все четче гораздо. What is sperm? When you... What is sperm? Он как бы на эмоциях там рассказывает этой своей девчонке, да, что все плохо. И вот у него все четкие эмоции, да. Теперь words все-таки добавляем. Words, what is sperm? Words when you sperm. Words when you sperm. Words when you Words what is sperm. Words what is sperm. Words when you sperm. Words when you sperm. Words what is sperm. Words when you sperm. Words. What words. 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 Words what is sperm. Words when you sperm. Words when you sperm. Words with sperm. Sperm. Сперм, сперм. Не и, не спит. Нету там у них звука и никакого в английском вообще. Сперм, полу и такое. Words when you sperm. Words when you sperm. Ну, пускай будет так. Давайте ирио добавим, да? Mm-hmm. Чтобы у нас, может быть, тогда и words улучшится. In your words, пока вот просто сказать. In your words. In your words, in your words, in your words, in your words. Меня послушайте. In your words. War, war. In your words. In your words. In your words, in your words, in your words. Почти, почти. Только war, war такое, да? Вот выкать надо научиться. In your words. In your words, in your words, in your words. Вот лучше, лучше. In your words, what do you sperm? In your words, when you sperm. In sperm, sperm. In your words. In your words, what do you sperm? In your words, when you sperm. Вот, сейчас дойдем мы до этой скорости, пускай вот на этом останется. Верим, добавляем. Сначала вот этот verum in your words. Verum in your words. Venom in your words. Venom in your words. Ага, вот только venom обычное V, не V. Ага, venom. И не вином, да, а venom. 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 Venom in your words. Venom. Вот как на одном уровне так все идет, да? Venom in your words. Вот на одной ноте такое. Venom in your words. Давайте вот медленно, да? Главное, чтобы вот этой вот ноты придержаться. Никуда ни И, ни сильное Э не делать. Вот как на одном, да, venom in your words. Venom in your words. И без паузы. Venom in your words. Venom in your words. Venom in вот. Venom in your words. Во, пускай будет так пока. Venom in your words, да, вот. Он как бы между каждым словом и такой тра-та-та-та-та такое, да, вот на одном этом. Venom in your words, what do you sperm? Venom in your words when you sperm. Вот, опять пауза была после venom, That's... да? Вот, venom in you, надо как одно слово прямо, да? Venom in you. Как будто там пробелов нет. Venom in you. Venom in you. Venom in your words, да? Venom in your words. Venom in your words. Venom in your words. Venom in your words. Venom in... Вот, и все вот два куска. Venom in your words, what do you sperm? Venom in your words, when you sperm. Sperm не только не длить, да, у него там взрыв такой. Sperm, sperm, да? What do you sperm? Sperm, sperm. Sperm, да. Venom in your words, what do you sperm? Venom in your words, when you sperm. О, супер, видите, уже начало получаться целое вот это вот нижнее. Так, spewing надо добавить, да? Так, и spewing тоже на той же самой ноте будет. Может, даже и face сразу добавить. Они как-то... хотя нет, пускай будет spewing, лучше потом other's face вместе сделаю. Ладно. Spewing venom пускай тогда будет. Spewing venom. Spewing venom. Spewing venom. Вот тоже на одной ноте, да, вот spewing venom. Вот он как бы, это ж не просто читает, он ее как поет на одной ноте. Spewing venom. Spewing venom.
Spewing venom. Вот, да, тра-та-та-та, тра-та-та-та, получается. Spewing venom in your words. Spewing venom in your words. Во. Spewing venom in your words when you spit them. Spewing venom in your words when you spit them. О, как классно. Уже, да, вот у нас эта скороговорка начинает получаться, да? Так, face сразу добавляю, да? Тоже на этой ноте. Face pure venom in your words when you spit them. Давайте вот face pure venom сначала. Face pure venom. Face pure venom. Во. Face pure venom in your words. Face pure venom in your words. Ага, venom in your words. Не забывайте, что там ничего. Uh-huh. Песню, когда поем обычную, не рэп, мы же там вообще пауз не делаем, да? Вот, кто-нибудь там, певица поет, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, у нее там пауз никаких нет. Mm-hmm. И это тоже песня, только она по-другому, она зачитывается, он там тоже этих пауз не делает, да? Вот, поэтому нам надо venom и in превратить во что-то одно. Не venom in, а venom in, да? Mm-hmm. Вот, как будто бы это окончание этого venom, вот этот in, да? Face pure venom. Face pure venom. Face pure. Mm-hmm. Face pure venom in your words. Face pure venom in your words. Face pure venom in your words when you spit them. Face pure venom in your words when you spit them. О, здорово. Чуть-чуть там с этим спитом, да, вот чуть-чуть его в другое, но это ничего страшного. Главное, что мы вот ноту нашли. Mm-hmm. Так, вот теперь, значит, мы others добавляем. Нужно язычок доставать. Умеете, нет? Межзубные. Others. Да, только вот быстрее, да, это сейчас вот у вас британское «the». Uh-huh. А британцы, они «зэкают» долго, длинно, да, вот как нас учили, достань язычок и скажи mm-hmm. и получается вот это «азас». Если я сейчас буду так зэкать, я за ним ничего не успею. Mm-hmm. У него что получается? Он достал, положил, да, вот сказал перед этим «а», положил, положил вот так спокойненько. Теперь берет, облизывает вот эти кончики верхних зубов, как будто там что-то вкусненькое намазано, и вот говорит «д», а не «з», и убирает сразу назад. Получается «а», «дас», вот, «дас», надо вернуть, «дас», «дас», да. Попробуйте «дас», 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 вот, да, теперь я говорю «а», достаю и говорю вот этот «дас», да, «адас», 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 вот, да, давайте пробовать теперь связывать, да. Пускай будет сначала other's face. Mm-hmm. Other's face. Вот. Other's face spewing. Other's face spewing. Other's face spewing venom. Other's face spewing venom. Mm-hmm. Other's face spewing venom in your words. Other's face spewing venom in your words. Вот. Other's face spewing venom in your words when you spit them. Other space, spewing venom in your words when you spit them. Здорово. Так, а вот теперь добавляем in each, да, вот in у меня говорится вот так, а each надо чуть раздвинуть, да, in each, вот так, in each, in each. Попробуйте in each сказать. In each, in each. Вот, вот in, а each вот такое, да, их вместе. In each, in each, да. In each, in each. Вот. И вместе in each others. In each others. In each others. In each others. Ага. Да, одним словом, да, без пауз, тоже на одной ноте. In each others. In each others. In each others. Вот. In each others face. In each others face. In each others face spewing. In each other's face spewing. Ну, each только вот подольше, да. In each, in each, in each. Как Ильич какой-то вот, блин, вспоминается. Да, очень похоже. Ильич. И такое, а each, да, он у нас немножко уже здесь, да. In each. Вот, да. In each other's face. In each other's face. In each other's... In each other's face. Ну, пусть хоть так. In each other's face spewing.
In each other's space spewing. In each other's space. In each other's space spewing venom. In each other's space spewing venom. In each other's space spewing venom in your words. In each other's space spewing venom in your words. In each other's face spewing venom in your words when you spit them. In each other's face spewing venom in your words when you spit them. Вот, да, вот гораздо легче, вот мы с самого начала начали и поняли, как это все на одной ноте произносить. Uh-huh. Гораздо сложнее было бы, если бы мы сейчас начали это все сначала uh-huh. и пытались бы там, а какой он интонации там придерживается, да, вот. Пытались бы это все нащупать. За счет того, что мы сразу закончили вот этот спирем, да, you spirit, и наслаивали, и поняли, что там одна нота. Да, и вот оно у вас и получилось все соединить. Так, теперь your добавляем, как Юра, да, your. Your, и потом сразу in, да, в одно превратить. Вот давайте в your in each все вместе. Your in each. Your in each. Your in each. О, даже уже и губки растягиваются там, где надо. You're in each other's. You're in each other's. Ага, others, others. Others, others, others. Others. Others, others. Вот. You're in each other's. You're in each other's. Пауза между Ч и О какая-то. Mm-hmm. Each other's. Each. Вместе, да? Each other's. Each other. Ича, 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 вот, ича, ича, ича. Угу, да, ича, без паузы, да? Угу. You're in each other's. You're in each other's. You're in... Сейчас, секунду. You're in each other's. Вот. You're in each other's face. You're in each other's face. Угу. You're in each other's face spewing. You're in each other's face spewing. Mm-hmm. You're in each other's face spewing venom. You're in each other's face spewing venom. Отлично. You're in each other's face spewing venom in your words. You're in each other's face spewing venom in your words. Отлично. You're in each other's face spewing venom in your words when you spit them. You're in each other's face, пробелами было. You're in each other's face, spewing venom in your words. Venom spirit, да, надо было добавить. Ну давайте, да, добавим сейчас. You're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. Вот, и добавляем самое первое, да, now. No. Now you're in each, да, вот, давайте вот это. Now you're in each. Now you're in it. Now you're in it. Да? Mm-hmm. Чем больше почему-то вот добавляется, тем легче получается вот тут вот без пробелов. Как да? Вот. Уходит с этого и переходит во все сразу. А потому что вы уже несколько раз это сделали, во-первых. Mm-hmm. Да, вот сколько раз уже повторяли, mm-hmm. поняли, и теперь еще и внимание на что-то другое присоединить. И оно все вместе, как в плотное такое mm-hmm. предложение получается. Mm-hmm. Да? Now you're in each other's face. Now you're in each other's face. Mm-hmm. Now you're in each other's face, spewing venom. Now you're in each other's face, spewing venom. Вот только не you in, да, а you're in. You're in. Надо связать, вот, чтобы там было re, вот это, как Юра, да, вот. Юра, re посередине, да. Тут у нас только не re, конечно, а Юра, Юра. Mm-hmm. Вот, да, вот, you're in, mm-hmm. да. Now you're in each other's face, spewing venom. Now you're in each other's face, spewing venom. Oh. Now you're in each other's face, spewing venom in your words. Now you're in each other's face, spewing venom in your words. Отлично. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. Спиром. Спиром, спиром. Получается, получается гораздо лучше, чем вот когда мы начали. Да? Вот. Ну вот, уже спиром оно само по себе выходит, да? Вот, сейчас только чуть-чуть вот скорости добавить, да? Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. Пробуем, да? Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. Во. Так, что, попробуем с ним? Ага.
Но если, смотрите, вот если я, например, вот я съемку когда делаю, да, вот разбор видео, предположим, я сначала несколько раз послушала, что он там, тра-ля-ля, пытаюсь сама, вот, да, ага, разобралась, как там, что добавлять, попыталась, потом начинаю вот снимать, это слово добавляем, потом два слова, потом три, потом это, а потом мне надо зачитать, что получилось, да, в итоге. Я врубаю вот эту строчку и начинаю ее читать несколько раз подряд. Mm-hmm. Да, вот здесь сбилась опять. Короче говоря, если первый раз не получилось, это не значит, что надо все бросать. То есть один раз сбились, вот, да, то есть вот теперь можно одну строчку повторять. Она, почему у нас мы повырезали, да, одну строчку взяли и вырезали. Mm-hmm. Как раз вот для того, чтобы и ее прослушать, как он именно ее, да, и одну эту строчку вот теперь, когда мы все соединили, повторять, да, вот сейчас вот, то есть мы будем вот это «Now you're in each other's face, be innovative, marry your words when you speak them». «Now you're in each other's face, be innovative, marry your words when you speak them». Несколько раз подряд, да, пока вот это не получится. Mm-hmm. Пробуем, да? Mm-hmm. Так, где он там? Если что-то сбивается, ничего страшного. То есть продолжаем, оно перестанет сбиваться. Потом. Mm-hmm. Да? А слышно, да, вообще вот здесь, когда я это включаю? Да, на фоне. А, чтобы было. Ну, давайте. А что вы молчите? Я готова. Все. Ну, давайте, да, с самого начала. Вот. Читать можно, то есть перед вами текст, да, и читаем, то есть пытаемся под него попасть, вот, да, и читаем. Ну, конечно, я так не, только его и слышу. Мне не слышно ничего, что там происходит, слишком громко, да? Ну, давайте еще раз попробуем, да? Now you're in each other's face, be innovative, marry your words when you speak them. Вот в этой скорости. Now you're in each other's face, be innovative, marry your words when you speak them. О, видите, да, вот все замечательно. Что, вторую строчку возьмем? Там она покороче уже, да? Давайте. Ну, вот это, вот там перечисление идет. Мне кажется, даже вот потренировав те звуки, которые там вот where you было, с пиром, сейчас будет гораздо проще там вот пиром сказать, например, концовка. Mm-hmm. Вот, да, вот вторая строчка. You push, pull each other's hair, scratch, claw, пиром. А, давайте сейчас я прослушаем, как вот она у него, да? Так, именно где этот звук? А, просто вот как он перечисляет, там идет. Понятно, mm-hmm. да? Вот. Тут вот самое важное, вот и others опять оно, да? Мы mm-hmm. его уже научились, сейчас у нас лучше. А вот эти вот each опять, each others, да, вот. Scratch главное очень там опустить. Scratch, да, claw. Ну, и он как бы, да, вот вроде бы просто читает, и интонация перечисляющая. Ты делаешь вот это, потом вот то, потом вот это и вот это. Mm-hmm. Да, вот с такой вот это, вот то, то есть тут уже не у него и как бы и на одной ноте, но и вот эта вот интонация перечисляющая. Ты то, и вот это, и вот это, и вот то. Да, вот, то есть вот этого нужно сейчас будет добиться, да? Вот. И концовка, он как бы вот точку ставит, там, ты толкаешь, там, ты друг друга там, это, да, и таскаешь за волосы, потом, значит, царапаешь, потом вот это там, и кусаешь, там, да, допустим, и точка такой, да? Вот с него и начнем. Пиром. Да? Mm-hmm. Вот, да, тоже вот взрывное такое. П, И, Н. Вот, да, вот. Пиром. Плюющее mm-hmm. такое надо. Пином. П. Такое, чтобы получилось. П. Вот. Пиром. Пином. Пином. Вот. Только коротко очень, да, вот. Взрыв. То есть вот «п» английское, это совсем не русское «п», «ппп», да? Оно как плевок такой получается. «Пэром», «пэром», ну вот. «Пэром», 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 «пэром». И «не», да, не «не» у нас. Тоже надо сделать то же самое, что вот там вот у нас было «were you», да? «Were you» и здесь вот «пэром», 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 да, вот. «Пэром», 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 «пэром». Давайте «кло» добавим, да? «Кло» такое «о», прямо четкое «о». «Кло», «пэром». Да, кло. Кло, кло. Кло. Mm-hmm. Да, и к такое немножко кашляющее. Кло. Кло. Просто кло. Кло, да. Вот. А теперь, да, перечисление идет. Кло пиром. Кло пиром.
Рм, вот нем, да, нам надо не нем тоже, а вот взрывное это пирм, 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 пирм. Пирм, 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 вот. Кло пирм, кло пирм. Кло пирм. Пирм, пирм. Пирм. Вот, чтобы четко все это было, да, отдельное кло, отдельное пирм, вот, да, кло, запятая, пирм, да, кло пирм. Кло, кло пирм, кло пирм. Во. Угу. Так, а вот теперь добавить scratch, где должна вот челюсть упасть. Прям, да? Вот что нам надо сделать? Попробовать scratch такой. Scratch, scratch. Попробуйте scratch. Scratch, scratch. Scratch, scratch. Да? И вот четкое scratch, потом claw, потом pirm. Да? Scratch, claw, pirm. Scratch, claw, pirm. Pirm. Угу. Pirm, pirm. Да, не нам надо, не, в Т не надо превращать, да, вот просто не взрывное сделать. Н, 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 да? Н, н, вот, н. Пирм, да. Scratch, claw, пирм. Scratch, claw, пирм. Значит, scratch роняю, остальные все уже не роняю. Кло просто кло, да, вот scratch, claw, пирм. Scratch, claw, пирм. 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 Почему-то оно вот в Т превращается. Смотри, я прейшу, пытаюсь превратиться. Сейчас. Нет, это не Ре. Пирм, 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 пирм. Пирм, пирм, пирм. Не, 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 не. Но если я вот делаю обычную русскую не, она какая-то легенькая немножко. Не-не-не, да, на-на-на. А здесь вот самый кончик только прикасается языка. В том-то и дело, что он прикасается, отрывается, и взрыв такой. Не, 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 не. Вот. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот чисто вот самый кончик. Не-не-не-не-не. Да, пинам, 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 пинам. Вот получается. Пинам, 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 пинам. Во, уже другое, да? Вот давайте еще раз эти три слова, потом добавим что-нибудь. Scratch, claw, пинам. Scratch, claw, пинам. Угу, так. Так, хэ. Вот сразу, да, такой легенький выдох. Выдох. Hair, scratch, claw, pinum. Hair, scratch, claw, pinum. Вот hair обычный, да, потом scratch роняю, да, потом в о превращаю, кло, да. Hair, scratch, claw, pinum. Да, вот если медленно. Hair, scratch, claw, pinum. Вот, и теперь в его скорости. Hair, scratch, claw, pinum. Hair, scratch, claw, pinum. Так, others добавляем, да? Others hair. Вот, давайте произнесем others hair. Others, others hair. Others hair. Ага, то есть, чтобы у нас не было там х такого хрипающего, да? Его почти не слышно. Это как вот как выдох обычно. Others hair. Others hair. Others hair. Others hair. Others hair. Others hair, scratch, claw, pinum. Others hair, scratch, claw, pinum. Так, each, да? Each others. Each вот. Others. Each others hair. Без паузы, да? Each others hair. Each others hair. Each others, да? Вот легенькое, вот как одно слово. Each others. Each others. Each others hair. Each others hair. Each others hair, scratch, claw, pinum. Each others hair, scratch, claw, pinum. Отлично. Pull, да? Pull each должно сейчас получиться. Pull короткое, each длинное. Pull each other's hair. Pull each other's hair. Вот, только делаем теперь побыстрее, да? Pull each other's hair. Pull each other's hair. Pull each other's hair, scratch, claw, pinum. Pull each other's hair, scratch, claw, pinum. Scratch. Pinum, pinum. Scratch. И pin, и, да? Pinum. Pull each other's hair, scratch, claw, pinum. Pull each other's hair, scratch, claw, pinum. 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 Так, и вот сразу добавляем you push, да, так, чтобы у нас следующее pull each other's hair было как перечислением, да? You push, pull each other's hair, scratch, claw, pinum. Да, вот перечисление. Давайте вот, вот эти два. You push, pull each other's hair, соединим. You push, pull each other's hair. You push, pull each other's hair. Во. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pinum. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pinum. Угу. Во, да? Что-то у нас получилось. Да. Теперь давайте пробуем две строчки. Да?
вспоминаем то, что было сейчас вот тут, да? Now you're in each other's face, pure verum, what are your words, what are your spirum? Now you're in each other's face, pure verum, in your words, when you spirum. Вот. И еще раз ее, и сразу после этого вторую, да? Mm-hmm. Вот, пробуем, да? Вот я в две повторяю, потом вы две, mm-hmm. да? Mm-hmm. Now you're in each other's face, pure venom, what are your words, what is pitum? You push, pull each other's head, scratch, claw, pitum. Там вот, короче, такая пауза, да, вот он сказал с пером, пауза, потом следующая мысль. You push, pull, да, вот так, ну, то есть, чуть. Давайте, пробуйте две. Now you're in each other's space, pure and chest. Соберись. Now you're in each other's space, pure and venom in your words, when you spit them, you push, pull each other's hair, scratch, claw, pin them. Вот, да, вот. Какая-то. Не волнуйтесь. Мне кажется, что из-за того, что вы чуть-чуть волнуетесь, вот, начинаются вот эти вот сбивания, это волнение, оно постоянно мешает, да? Вот, чисто вот концентрация на том, что там между словами, и все, да? Mm-hmm. Вот, просто идет читка, вот передо мной скороговорка, мне ее прочистят, да, и все, да? Вот, так, давайте тогда вот эти последние две превратим в одну, да, вот как бы, ну, вот это вот третья, она коротенькая такая, да? Вот, потом соласт, а, я ее тоже вот сохраняла тут, сейчас. Throw him down, pit him, so lost in the moments when you're in him. Uh-huh. А, там что-то M не видно, да? Ну, вот здесь вот you're in him в конце должно у меня, быть. Да. In him. Uh-huh. Да? То есть, короче говоря, вот он перечисляет, да? You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him. И как бы продолжение идет. Что еще ты с ним делаешь? Uh-huh. С ними. Throw him down, pit him. Да? И как бы и последнее предложение, это как что же в конце концов происходит? So lost in the moments when you're in them. Да? И потерян в тех моментах, когда ты в них. Вот так, да? Так, короче, вот такая, да, идет интонация. Throw him down, pit him, so lost in the moments when you're in them. Вот, сейчас послушаем. О, вот, даже он ее немножко возвышает, да, концовку. Mm-hmm. Throw him down, pit him, so lost in the moments when you're in them. Mm-hmm. Концовка, раз, вверх. So lost in the moments when you're in them. И как бы удивился, да, вот ты, вы же там толкаетесь, кусаетесь, там царапаетесь, чешетесь и так далее, а потом вдруг раз и потерялся в тех моментах, когда ты в них, да, вот что-то такое, вот как удивление. So lost in the moments when you're in them, да, вот давайте вот это вот и возьмем. You're in them, вверх, да, you're in them. You're in them. Вот, да, вот. Теперь надо вот этот вот when сделать вот с этим некающим звуком. When are you in them? When are you in them? You're in them. You're in. You're in. Rin. 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 Mm-hmm. Rin, да? Mm-hmm. When are you in them? When you're in them. О, mm-hmm. Так, in the moments сразу добавим in the. Mm-hmm. Вот это вот попробуем. In the moments. Попробуйте сделать. In the moments. Только бы... Moments. Moment. Moments. Moment. Moments. Mm-hmm. И вот in the, да, там тоже этот межзубный звук, где, короче говоря, вот смотрите, я говорю in, и где вот ne надо произнести, я уже положила язык на зубы, mm-hmm. да? Вот и сказала, и положила язык между зубов. И там я и говорю между зубов вот это вот ne, убирая «не» и «де» как бы вместе, да, убирая язык. И у меня получается вот эти два звука вместе, да, «инде», 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 вот, вот, сказала «и», положила, и там говорю «нде», «нде», да, «инде», попробовать. «Инде», «инде». Вот, вот, «in the moments». «In the moments». «Оу», oh, «оу», oh, да, «in the moments». «Оу», «оу», «моменс», «in the moments», «in the moments». Mm-hmm. In the moments when you're in them. In the moments when you're in them. You're in. You're in. Mm-hmm. When you're in them. Mm-hmm. In the moments when you... in the moments when you're in them. Вот, mm-hmm. да? Так, so lost. Mm-hmm. Так, и вот, получается, здесь меняемся интонации. So lost in the moments when you're in them. So lost in the moments when you're in them. Вот, да.
Да, вот давайте вот ее еще парочку раз прочтем, чтобы она у нас закрепилась, да? So lost in the moments when you're in them. So lost in the moments when you're in them. И еще раз. So lost in the moments when you're in them. So lost in the moments when you're in them. И добавляем, что еще там они делали, да? Так, Pyrrhum. Так, вот тут у него, да, дальше перечисление идет. Throw him down, Pyrrhum. Да, вот. А потом идут вот эти вот интонации. Значит, Pyrrhum, so lost in the moments when you're in them. Pyrrhum. Pyrrhum. Вот так. Pyrrhum. 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 So lost in the moments when you're Pyrrhum. Oh, when you're in them. When you're in them. Pyrrhum. Pyrrhum. So lost in the moments when you're in them. Да, вот нам нужно, получается, соединить, что вот в той строчке он просто перечислял, значит, кидаете их там, ударяете там как-то, а потом все-таки там, опа, теряетесь, да, вот что-то там дальше пошло удивление. Значит, нам сейчас вот это вот перечисляющее надо добавить, а потом удивиться, да. Вот Pyrrhum, да. Pyrrhum. Давайте сразу, может, два и добавим, они как-то неразрывно у него читаются, вот throw. Попробовать сразу. Достать просто язык, положить, да, и вот С и Р как раз вместе убрать туда в рот. Получается throw, throw, throw. Throw. Вот, да, вместе с М. Throw him. Throw him. Throw him. Throw him. Throw him down. Throw him down. Да, вот. И теперь мы перечисляем throw him down, Pyrrhum, да, вместе вот. Throw him down, Pyrrhum. Throw him down, Pyrrhum. Ага, и вот сейчас будем удивляться, да? Throw him down, Pyrrhum, so lost in the moments when you're in them. Throw him down, Pyrrhum, so lost in the moments when you're in them. Сейчас еще. When you're in them, when you're in them. When you're in them, when you're in them. Так, давайте попробуем, да, теперь вот все строчки, что у нас были, по одной сейчас. Сначала по одной, да, чтобы вспомнить. И потом закрепим как раз вот, собственно, все, что планировали и сделали. Класс. Давайте, да. Так, значит, вот первая строчка. Now you're in each other's face, pure of venom, in your words, when you spit them. Now you're in each other's face, pure of venom, in your words, when you spit them. Отлично. You push, pull each other's hair, scratch, claw, Pyrrhum. You push, pull each other's hair, сейчас. You push, pull each other's hair, scratch, claw, Pyrrhum. И вот это вот, да, значит, перечисление и удивление. Throw him down, Pyrrhum, so lost in the moments when you're in them. Throw him down, Pyrrhum, so lost in the moments when you're in them. Так, а теперь пробуем все, все три подряд, да? Просто читаем, вот как вот запомнили в тех интонациях. Просто читайте, да? Ага. Я читаю первое. Да, да, да. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit 'em. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pin 'em, throw 'em down, pin 'em. So lost in the moments when you're in 'em, when you're in 'em. When you're in 'em.